В Брестском социально-педагогическом центре сегодня 26 воспитанников. 19 из них 1 сентября отправятся в школу. Забота о детях, которые попали в непростую жизненную ситуацию по вине своих родителей, временно берет на себя государство. Они живут в комфортных условиях, их хорошо кормят, с каждым работает психолог. Нередки здесь и гости из различных организаций, депутатского корпуса и общественных объединений. Чтобы собрать детей в школу, неравнодушные люди предлагают посильную помощь. У нас много организаций, которые помогли нам в этом году собраться к 1 сентября. Это и местный благотворительный фонд «Новое поколение», также благотворительный фонд «Нити добра», общественная организация «Белая Русь» и еще несколько объединений и просто неравнодушных людей, которые приходили к нам, предлагали свою помощь. Помощь очень актуальна, потому что очень приятно, когда наши дети, воспитанники приюта, всегда одеты чисто, аккуратно, в новую школьную форму, белые чистые рубашечки, когда они, приходя и садясь за парты, ничем не отличаются от других воспитанников. В этом году среди воспитанников социально-педагогического центра 2 первоклассника. Порадовать детей, подарить им частичку своего тепла, сказать добрые слова напутствия, а самое важное – вручить школьную форму и набор канцелярских принадлежностей, пришли в этот день представители общественного объединения «Белая Русь». Сегодня мы от нашей областной организации пришли в социальный приют нашего города Бреста для того, чтобы детям сделать подарок. Мы подарили им школьную форму, потому что в жизни каждого маленького гражданина нашей страны 1 сентября, День знаний, это очень большой праздник. Вспоминая себя, конечно, да, это вот врезается в память на всю свою оставшуюся жизнь. Но одними подарками к школе гости не ограничились. Как известно, все дети любят пиццу, сладости и развлечения. Поэтому ребят ждали заранее накрытые столы и забавный сказочный персонаж. Этот день запомнится ребятам надолго, а важные подарки станут хорошим подспорьем и стимулом в учебе. Я? Ты что, Лев? Ты только что выиграл. Конечно. А я вообще говорю, что ты дальше такой животный. Людмила Лагодища, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».